Ля какой. Друзья, всем привет, и сегодня мы с вами посмотрим на новую игрушку под названием Stray. Познакомился я с ней, мне порекомендовали в комментах, и решил я, что можно попробовать, потому что оказывается довольно-таки нашумевшая игрушка, сделанная на Unreal Engine 5, если я не ошибаюсь, на новом движке, и... Блин, выглядит очень даже неплохо, даже сюжет вроде есть, и не знаю, что уж она так сильно нашумела, это вроде как симулятор какого-то кота, ходьбы, бегания, и вроде как она больше под джойстики сделана, у меня, к сожалению, есть только клавиатура, и ладно, что ж с этим поделать, сегодня посмотрим, поиграем, не знаю, будем ли проходить. Это без понятия, что за игра вообще в принципе, я буквально глянул краткое описание. Там будущее, мы играем за кота, и, в принципе, это все, что я знаю. Этого мне более чем хватило. Но мне понравилась рисовка, понравилась сама графика. И, в принципе, это все. Что я еще могу сказать по этому поводу? Так, это уже геймплей пошел, да, у нас? Угу. Вот он мы. Мы играем за кису. Мы бегаем, играем за кису. Кстати, прикольно все сделано, все выглядит. А, вроде даже есть встроенное сглаживание. Сглаживание у меня на компе довольно-таки плохо выглядит. Не знаю, как у вас будет выглядеть картинка в принципе. Но буду надеяться, что все у вас тоже выглядит более чем приемлемо и красиво, да? Так, сделаем немножко еще потише игру. Хорошо. Опять же, настройки графики максимальные, кроме, наверное, чего? Ну, кроме, наверное, теней. Да, тени, это дело такое. Тут выше высоких нету. Так что как-то вот так. Окей, погнали. Кью. Чё это? Ля. Можно с хвостиком поиграть у кошки какой-то. Что за нахуй? Я так полагаю, мы семья котов или кто? Мы все выглядим по-разному. Может, мы семья, может, мы кто, а может, никто, или что, или ебать, что за движ. Не, выглядит прикольно, конечно. Доебался до всех котов. Так, это киса сразу, видно, что девочка. Мы не факт, что играем за парня, и не факт, что играем за девушку. Так, ну мы их всех загнали с падки, я смотрю, да, судя по всему. А сами что? Ну, блядь, я так полагаю, сюда мы спуститься не сможем. О, смотрите, я сел сам, фига себе. Прикольно. Не, ну выглядит очень неплохо. Ладно, пойдемте. Так, полагаю, нужно лечь спать всей толпой, так сказать, всем нашим загашникам. И что-то должно произойти. Еще почитал, как сказал, краткое описание. Мы вроде как сейчас потеряемся или что-то в этом духе. В общем, потеряем всю эту нашу семейку и должны будем по сюжету найти ее в будущем. Что-то в этом духе. Опять же, это мир будущего. Здесь всякие, я видел на скриншотах, какие-то роботы. Блин, там даже можно с ними общаться. У нас какие-то приспособления будут, с помощью которых мы сможем что-то там делать. В общем, игра-то довольно-таки неплохая. Симулятор кота? Чё? Почему нет, да? Куда, блядь? Там же ничего не было. А, там труба. Ладно. Спасибо, что перевели. Это ну, пиздец, что там написано вообще.
Тут вроде еще должен быть как-никакой открытый мир, если я не ошибаюсь. Мне интересно, как он сделан. Типа, что можно делать коту в открытом мире? Паркурить где-то? Или что? Или как? Или что? Мне вот это вот больше интересно. Так, ну это, отполагаю, да, нас ведут к геймплею. Так, а вот она и черная киса, которую мы с вами не видели почему-то в катсцене. Так, мне интересно, могу ли я здесь... Да, смотрите, я могу куда-то попрыгать. Что это за звуки, вы слышите, да? Вот это вот, как будто какие-то роботы звучат. А если я туда... спрыгну, то что произойдет? А мне не дают это сделать. Ну и правильно, нельзя мне давать такое. Так, кстати, вот сюда, например, я не могу, да, залезть по трубам. Еще я видела лестницу, но кошки навряд ли умеют по лестницам ползать. Окей, также можно ускориться. Ясненько. Мяу. 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 Мне нравится, мне нравится. Да, немножко FPS как будто проседает, но я думаю, ничего страшного. Игра опять же сделана на новом движке, может не настолько уж хорошо оптимизирована, у меня видюха далеко не самая новая. А, ебаш, давай. О, кайф. Все дерево расхерачу. Ну все, я думаю, я тут метку свою оставил. Можно двигаться дальше. Так, можно ли сюда запрыгнуть? Ой, фига себе, он высоко прыгает. Это мощь, конечно, у кота. Ну, погнали. Хуяк. Не, вот это бы жестко. Мяу. Мяу. Так, это что, можно попить? Давайте попьем. Попили? Хватит, пошли дальше. Так, полагаю, мы глава нашего клана котов, судя по всему. Какие-то огромные сточные трубы. Боюсь представить, что находится в поселениях, если это канализация только. Так. Ой, не пугай меня. Из всех щелей коты лезут. Пиздец, я бы уже обосрался от такой высоты, если честно. Опа, погнали за нашим котиком. Ну ладно, давай слезем. Only humans personal. Ага, понял. Прикольно сделано. Ее лапки так сгибаются еще. В общем, любителям кошек это имба. Я вам так скажу. А я, кстати, наверное, мог там даже пройти, да? Смотрите, несколько путей было. Уже появилось выбор действий. Хоть и никакущий, но уже что-то. Так, побежали. Оу, карта погружается, видимо, меня же зафризило. Лучше так не бегать. У меня еще игра не на SSD, так что, возможно, из этого как раз таки фризы-то происходят. Вечно забываю новые игры на SSD закидывать. Привык во всякое старье играть. А вот новым играм нужно именно SSD. Ля, как... Какое пространство огромное. Не держивать, чтобы осмотреться. Ага. Не, тут точно обосрался бы уже. Тут даже без шансов, я вам так скажу. Короче, знаете, что интересно? Я не мог по тем трубам пройтись. Вот здесь там такие палки выпирают. Да нет, они в никуда вроде выпирают-то. Так, сейчас что-то должно произойти. Наверное, труба должна сломаться, да? Ага.
Ну ничего страшного, капы всегда приземляются на лапы. Главное знать это. Ну вот видите, я же говорил. Мы, получается, спустились на самое дно, днище, да? Мяу. Мяу. Нет, еще рофл такой, наши коты просто смотрели на это и такие. Э, чё, бля? Так, мы с вами покоцаны, да? А это нас зовут наши котики? Подаем признаки жизни. Не? Бля, надо отсюда уходить, что-то я вообще еле спать-ки. Ладно. Никуда мы не пойдем. Это что, что там пакеты шевелятся, видите? Что за нахуй? Что это такое? Это крыса огромная. Что это сейчас пробежало? Даже знать не хочу. Надеюсь, мы с этим не встретимся. Хотя это маловероятно, раз нам это показали, да? Опять же. Так, ну вот мы проснулись. Полизали лапу. Наши коты, я так полагаю, уже съебались. Мы с вами до конца не восстановились? Да не восстановились сегодня. Чуть по чуть, так сказать. Так, сюда я идти не могу из-за воды. Коты все-таки боятся воды четко, да? Ну окей, погнали. Мы в каком-то... Что это вообще такое? Это мусорный отходник. Что это? Ой, на Россию похоже. Так, ну вот он это место. А? А нам сюда и надо. Ноль желания, конечно, но как будто у нас есть выбор, да? Опять же. Выбора, естественно, никакого. О, да тут город целый, фига. Это огромный заброшенный подземный город. Он чем-то напоминает китайские переулочки. Мертвый город. Угу. Да, на жилой он точно не похож. Это что за хуйня, блядь? Подходи ко мне, нахуй. Так, окей. Куда нам надо? Я полагаю, нужно здесь просто перепрыгнуть, скорее всего. А, хуя, попрыгали. Хули ты меня снимаешь? Я стесняюсь. Так, камеры какие-то активировались тут. Это что за хуйня? Это резко игра превратилась в хоррор какой-то или чё? Ой, это что? А я думал, это человек, это робот. Я робот-пылесос, лежу тут 200 лет. Так, и чё это? Чё тут написано? Переведите. Это на каком языке, блядь? Иероглифы какие-то. Ну да, это может какой-то корейский, китайский. Хотя, не, на китайский не похоже. Скорее уж корейский. Help. Заебись. Меня просят о помощи уже. Мне бы кто помог. Так, а смысл сюда залезать? Никакого, да? Ладно. Двигаем дальше тогда. Ну, погнали. А, опять какие-то символы непонятные. Вот можно было на английском писать. Все было бы хорошо ведь. Нормально бы общались. Follow me. Ну, погнали. Кто тут? Так, что это? Q. Это просто охуенно. То есть я могу всякие предметы подбирать, да? Своим маленьким родиком. Прикол. Не, выглядит неплохо, да. Взаимодействие с предметами, что может быть лучше?
А, я так полагаю, нам нужно туда какую-нибудь вот эту вот фигню, да, подставить, чтобы вентилятор перестал крутиться, возможно. Давай возьмем. Погнали. Типа тут будут присутствовать головоломки также, судя по всему. Да, смотрите, я прав. Погнали. Ну, блядь, дебошир. Окей. Не, ну чё, захотел. Да я хочу все уронить. Мне все равно, я хочу это сделать. Может, кому-то на голову упадет. О, смотрите, они там прям разбиваются, видите, он прям кратится снизу. Так, вот сюда. Оу, воу, аж под фризи. А, что так лагает, не ла... А, да что, что происходит? Что? Что с ФПСом? Верните мне мой ФПС, пожалуйста. Что было? На, нахуй. А, понял. Почему так лагало? Это ужас какой-то был сейчас. Мне аж плохо стало, я не переношу лаги. Что там было написано? Ладно, не важно. Так, а кто меня ведет-то, собственно? О, да, я должен оставить здесь свое пятно. Я был здесь, запомните это. Все, двигаем дальше. Так, и здесь тоже. Обижаешь. Так, все, двигаем дальше. Так, ну погнали. Это уже чья-то квартира, да? О, можно попить. Давайте попьем. Нам надо все равно восстановиться. Конечно, нету никакой потребности в этом, да? Но лишним не будет. Мне больше интересно, куда делись все люди. Тут ни трупов, ничего нету. Выглядит все очень заброшенным. Чересчур, я даже сказал. Ладно, погнали. Хуя. Мяу. Блики не стрёмные, нахуй, это ужас. Не пугайте меня, пожалуйста. Ну-ка. О! Можно уронить. А, она не разбилась. Ну так неинтересно. Ладно. Господи, какие вы стрёмные. Идите нахуй. Идите вы к черту. О, этот еще живой. Бля, добил. Та за шо? Что ты такое наделал? Взял, добил робота. Ну ты жесткий. Ну, ёпта. Ладно. Так. Двигаем дальше. Наша первая... Наш первый килл, так сказать. Блядь, эти штуки до сих пор тут бегают. Они тут повсюду, судя по всему. Ёб твою. Охуй, их так много. Они же за мной не побегут? Да, не надо. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Блядь, я так и знал. Ебать их тут, что за нахуй? Блядь, это что за коконы? А! Бежим нахуй. Все, тихо, тихо, не трогай меня. Пошел ты нахуй, чертила. Нет. Тихо. Уворачиваемся. Ни одна пуля в меня не попадет. Опа! Какие-то коконы, и правда, непонятная. Во-во-во-во-во. Тише. Тише, тише, тише. Благо, от них еще можно избавиться. Если левый альт нажать, это вообще заебись, конечно, но... Господь Иисус, Иисус, Господь. Опа! Все,
спасен. Follow me, follow me, follow me. Ага, я мяукаю, что-то тут происходит. Ну, ладно, идем дальше. Хуя, спецэффекты. Так, ну мы, наверное, почти пришли, куда нам нужно было, учитывая, что сколько мы так много пробежали то тут, да? Так, погнали. Двигаем жопой, двигаем очко. Так. Где вы? Так, нам туда, да? Опа. Хуёпа. Так, окей, погнали. Так, а нам разве не сюда, нет? Значит, сюда пойдёмте. А, нам вон туда. Хуякс. Так, какая-то кухня. А, это прачечная, что ли? Да, это какая-то прачка небольшая. Так, надо забраться повыше, я так полагаю, да? А, не, не дают, смотри. А куда мне? Как мне забраться повыше? А, ну вот мне показывают тут, типа, да, куда идти, ну а как? Вот я забрался на бочку. Бочка, Свет, очмой, скажи, как мне двигаться дальше, куда идти? Возможно, мне нужно ее прокатить, погоди. А, хуя себе геймплей. Хорошо, хоть я додумался, я ведь мог и так полчаса тут сидеть, на самом деле. И не понимать, что в этой жизни происходит вообще. Тихо. Падать я опять не хочу. Ну, да ёбаный. А, о, хорошо, что не так далеко. Опять падать. Опять падать. Сколько можно? Все падаешь и падаешь. Никакого уважения. Так. Блин, ну игра очень красивая, блин. Тут даже спорить не надо. Полагаю, мне надо сюда сначала. Я прям кайфую, на самом деле, от графона. От всего-всего. И, естественно, на более хорошем компе там еще круче выглядело, раз на моем это выглядит так неоспоримо. И факт. Ну, что имеем, то имеем. Мяу. Так, капец, мы долго, на самом деле, уже идем. Куда нам там надо было? А куда нам вообще... Куда мы вообще идем? Подождите. Что-то об этом не думал. Мы просто идем по каким-то символам этим, да? Так, мы все выше и выше поднимаемся, да? Что за звуки? А, мне вот сюда? Здрасте. Так, мне туда случайно не надо? Видимо, надо. А, хуя. Блок питания вынял. Что она вообще там делала? Квартира. Мы что, дошли до места назначения? Или как? Или что? Ну, мы точно куда-то да перешли. Охуенно, тут кровать, а тут туалет. Удобно, удобно. А, и компьютер рядом. Не, ну, и холодильник. Не, это имбовая. Это имбовая комната, конечно, ничего не скажешь.
Follow me. Follow me. Follow me. Так, ну кому-то тут нужна помощь еще до кучи. Ну пойдемте помогать. А как? А как? Для скачивания требуется тело. Войдите в дверь, включите найти. Что? Что? Войдите в дверь, включите найти тело. Короче, кому-то надо найти тело. Окей. Это мастерская, да? Угу, тут нужны аккумуляторы. Аккумы нужны. О, первый нашел. Зашибись. Вставляем. 0101001011001. Так, первый аккум я нашел. Опа, вижу еще один. Один ноль ноль один ноль. Эй, ох уж эти единицы и нолики. А, вот еще один вижу. Так, я думаю, это не обязательно, чтобы работало. Ой. Окей, и последний. Последний аккум. А, вон, вижу. Все очень просто и легко. Все? Все сделал? А, это я проход открыл. Хуя. А я-то думал, что за 1-0-1-0-1-0-1-0-0-0-1. Так, а вот оно и тело. Тут, видимо, сел успел себя подключить перед тем, как откинуться. Что написано? Хуй поймешь. Ты почерк у тебя плохой. Так. Куда я иду? За новым телом? Что это? Что это я такое нашел? Что мне с этим делать? Без понятия. Давайте вернемся обратно. Что это такое? Ну-ка. А, может надо в бошку? Где башка упала? Ты не видел, куда голова у него скатилась? А, нет, не сюда. Неясно. Вот туплю, началось. Началось еще. Что надо сделать? Можешь обратно вернуться? Пойдемте сходим. А, во, вот сюда, что ли? Кажись, да. Какой-то дрон летающий. Блять, не пашет. Ну все, чё, робот-пылесос ожил. Хули ты пялишься? Ха-ха, на нахуй. Уебал. Ну вот убил. Вот нахуя мы все это делали, раз ты взял и убил его, скажи мне. Чего? Сработало! Я свободен, спасибо! Я с трудом поверил своим камерам, кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена.
Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь называть меня B12. Так написано на моем корпусе. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Да, диалоговые окна появились. Этот ключ отпирает двери, а я... Это я помню. А сейчас помогу. Я там ключи были все это время. А можем управлять? Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Тебе придется это надеть. Да, как я и сказал, у нас будет какая-то фигня, которая на нас будет надета. Че, тяжело? Тяжеловато что-то. Пизда, тяжело что-то ему. Ёбаный. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Так, чтобы открыть инвентарь. Да, то есть это все было вступление до этого. Ясно. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Да, вот теперь у нас такая фигня есть. И, друзья, на этом я закончу серию. Если вы хотите видеть продолжение игрушки, то обязательно оставляйте свой комментарий. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. А если вы еще не прожали колокольчик, то обязательно прожимайте. И мы с вами совсем скоро увидимся. Игрушка неплохая, игрушка понравилась. И, возможно, я ее продолжу играть. А с вами был, как всегда, Зелео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.